Слушай, а чего эти-то сувениры, ты говоришь, закрыты? Ну, смысл тогда? Едем сразу. Нет, мы им покажем, где. Так Сашка-то знает, не знаю, Сашка будет. Ну, а что ты не можешь? Мы все равно там проедем. Проедем мимо, да. И по Ленина проедем. И едем на... Ну что, едем дальше? А потом мы на Зимний. Знаете, мы сидим рядышком, у нас эти стекла трясутся. Это самолеты взлетают, особенно когда вот... Вот твое серое здание, вон там. Здесь вот, обратите внимание, первая революционерка, вот здесь вот, вот, вот. А вот здесь вот, Эдик стоит. Кто? Домна Каликова. Почему она первая? Вот, а вот нет. Вот, хорошая, вот напротив у Саши школы, гимназия. Вот Элегант, как раз мужской этот салон. А, это где постричь, да, Леша, вот если надо. Да, вот так вниз спуститься, вот как раз парк будет, там вот здание. Это уже не советская постройка. Вот это старое здание, это уже пожарки. Вот, там часы наверху, посмотреть, ланча. Угу. Магазин мода. А вот сейчас проедем первый Сашкин корпус. Вот слева сейчас, вот старое, тоже древнее здание. Там... Это розовенькое? Вот это. Нет. Вот, да. Вот это. Вот это, да, там еще написано гимназия Пушкина. Вон, видишь? Это начальный корпус. С 1 по 5 класс сюда ходят, а там старшеклассники. Хорошие у них здания такие прям. Не, ну их реставрируют постоянно. Это старые здания. Старые. Одежда для пола. Такие груди такие вываливаются. Это же все вот старенькие, но реставрируют. Не то, что в Питере. Да? Угу. Вот храм наш. Заказывали в Москве делать. Похоже на Христа Спасителя, купола такие же. С позолотой? Да. Он вообще похож, только тот побольше, и купол у него средний, такой огромный совсем. А приезжают внутри рисовать, как студенты с Болгарии. Тут трубы видно. Служба охраны. Выскочил, но сейчас внимание. Ну. 56 метров. Ну поехали потихоньку. Да, чадит он, конечно, исправно. Переработку. И лес превращается в дым. Из труб, которые мы видели. Ну тут, конечно, это есть. Я говорю, вот эта панорама, загрязнение окружающей среды можно снять, и как бы там разворачиваемся, едем обратно. Да. Андрюш! Андрюш! Андрей! Иди сюда. Слушай, мы в универсам встречаемся, да? В универсам? Да. Может, вы же везде? А, мы сейчас в магазин не приедем.
капусты какой-то пахнет. Причем капусты не в смысле деньгами. Мужчины наши ушли природу любоваться. По сторонам смотрит. А Рома хитрый, он за дерево спрятался. Как будто его там и нету. Ну что там, как красиво? Там отлично, Лен. Иди, иди. Чего? А ты меня снимешь? Да. Ну на. И вы туда же. А, вы говорите красиво, а мы не видим. Буксуем? Только вот шевельником не прикрывайте. Да, Рома? Вот зотовые, вот смотрите, скорее зотовые. Дайте мне этого воскула. Что у нас тут? Вот кухонька. Кухонька на можно культуру завести на кухоньке. Так, это для света мы сделали. Чтобы свет был побольше. Заходи туда. Свет. Да и лестницу ты мне закрыла все. Я бы. А у вас. Второй этаж. Сеня, скажи привет. Вот Семен. Я чихал. Печка. Я только высыпал. Заходи, Леш. Сейчас. Сейчас он все принесет. Давайте. Такая идейная люстра. Деревянная. Все деревянное и люстра деревянная. Люстра, между прочим, московская, купленная давным-давно в городе Москве. Висела у Марины и вот приехала на дачу. Ну правильно, у меня такой дачный. А что я с приближением-то снимаю? Не знаю, что ты кричишь. Ой, дрова в таком этом. Да, в детском коляске. Сенечку звали, маленький. Так, кошка. Годится. Сеня, смотри в камеру. Кс. Куда ты пошел-то? Я ж тебя снимаю, животное. Ой, вот он, нос такой, нос. Один нос туда, да. Вот мы мало места занимает. Поднимаемся сейчас, если я влезу. На второй этаж в Сашину комнату. Вот так вот мы тут и живем. Сейчас камера поймает это напротив. Темноту. Нормально. Все видно. А, тут тоже можно. Будет тепло, если, да, печку топить? Да. Нет, печка там за счет снизу топится, греется. Ну да, за не, ну... нижней печки. Ну чё, Лен, включай. Чё? Отлично! Да? Классно? Да. Сенька? Вот, вид из окна. А картошку? Я не знаю. Лен, картошку будем варить? Ой, не знаю, Марина, мы такие вроде все наетые. Пусть я переоденусь. Так идите, идите покурите. Кто курит? Да, ходите. Курящий вон отсюда. Остальные могут остаться. Посмотри. Это дискриминация. Может выгнать не курящих? Переодеваться на улицу? Нет уж. Это прям целый куст такой с огурцами? Или такие вот выродки? Нет. Выродки. Обозвал огурцы выродками. Который год. Саш, возьми, давай. Саш.